Сегодня на всероссийском турнире по панкратиону 30 лет спустя присутствует главный тренер сборной России, тренер высшей категории, пятикратный чемпион мира по панкратиону Василий Крылов. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Как впечатление от сегодняшнего мероприятия? Великолепное мероприятие, очень хорошие участники, очень хорошие бои. Хочется отметить, что организаторы соревнований приложили много усилий для этих соревнований. И очень приятно, что именно 30 лет мы отмечаем именно в таком ракурсе. Это приятно. Скажите ваше мнение с того момента, когда вы выступали в восьмиугольнике. Что-то изменилось по сравнению с сегодняшними? Ну, конечно, очень многое изменилось. Потому что мы не только восьмиугольники выступали. Как ты помнишь, да, мы выступали в цирке, да. Мы выступали в ночных клубах, выступали в казино, где было, возможно, там и двигались, да, развивали этот вид, это направление. И, в принципе, сейчас это стало более, на рельсы более профессиональные, да, потому что в тот момент участвовали все, и каратисты, и боксеры, и борцы. Сейчас уже стало это уже направлением отдельным, поэтому и хочется отметить профессионализм ребят, которые здесь выступают непосредственно на этих соревнованиях и других соревнованиях по панкратиону. Спасибо большое, Василий, то, что нашли время посетить наше сегодняшнее мероприятие. Хотелось вручить от компании «Стенсил» и от Федерации панкратиона города Москвы футболку, которая символизирует сегодняшний турнир. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Спасибо вам за соревнования.